Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Дауир, фамилия моя Шакиржан. Анекдот про Брежнева. Брежнев – это государственный деятель советского государства, который знаменовал собой такую эпоху, которая называлась эпоха застоя. Ну, на самом-то деле, в это время было много чего хорошего. Да, был дефицит вещей, некоторых таких видов продуктов, но было много чего хорошего. Было ощущение заботы государства о простом человеке. Были санатории, профилактории, пионерские лагеря, много-много. Профсоюз вот защищал, да, и это было не пустое место. Люди ездили в санатории отдыхать раз в год. Могли поехать на море. Это простые, обычные люди, которые работали на производстве по рабочим специальностям. И про Брежнева было много анекдотов. Почему? Потому что личность была цельная, интересная, иногда простоватая. Ну, анекдоты, они являются все-таки как бы выражением любви народа. Именно про того, кого любят, про того много анекдотов и ходит. Про Брежнева было очень много анекдотов, и среди них вот следующий. Брежнев летит во Вьетнам, на самолет прилетает, садится в аэропорту, и в аэропорту его встречает. Подходит вьетнамец к Брежневу, протягивает руку и говорит: «Соси ху», Брежнев: «Соси сам». Вьетнамец удивленно глаза вытаращил: «А где Брежнев?» Вот такой вот.